Мероприятие несколько символичное сегодня, посвящено весьма важному этапу в развитии нашего государства, даже не сельского хозяйства. Мы с тобой это хорошо помним, когда людям кушать нечего было. Поэтому людей надо было накормить. Ну а без хлеба как? Случилось так, что какой-то хлеб был в поле, а убирать его было нечем. И вот тогда принимались серьезные решения в плане того, чем убирать хлеб. А где наш конструктор? Ты же главное действующее лицо. Что ты прячешься? Собрал людей. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда-то нам приходилось принимать тяжелые решения. Помнишь, сколько было драк? Наверное, только ты и я, мы помним это. Как предлагали купить в Германии, не будем производить мы свою сельхозтехнику, комбайны. Не скоро мы это сделаем, но что-то сделали. Выпустили чудо-машину, как я ее называю. Да. Мы вынуждены были на энергетические средства, по-моему, по лесе навешивать молотилку, жатку и сзади цеплять бункер, чтобы хлеб собрать, используя по лесе. Ну, опыт неплохой, если вы доработали это все, то это неплохой опыт. Мы увеличивали тогда использование этого энергетического средства на несколько месяцев, ну и мы спасли урожай. И это нам дало возможность подойти к созданию совершенно новых комбайнов, уже которые сегодня конкурируют с теми же немецкими. Поэтому накормили людей, спокойно начали проводить уборочную кампанию. Сегодня имеем всю линейку сельскохозяйственной техники. И хорошо, что вот лучшие образцы здесь покажете. То есть умеем все делать. Если в 2020 году мы выпустили самоходных машин 1838, то за 6 месяцев 2021 года выпустили уже 988 машин. На сегодняшний день 1250 машин. И планируем до окончания года выпустить 2170 машин. Перспективу на будущий год ты видишь? Видим, безусловно. У нас уже практически до середины следующего года сформирован уже пакет заказов. И дальше работаем, чтобы уже на 22-й год уже полностью был сформирован. И на сегодняшний день вот у нас в рамках освоенной техники у нас 11 основных базовых моделей и 70 модификаций только зерноуборочной техники. Mm-hmm. То есть для любого покупателя, для любого рынка техника есть. Вот пандемия, она все-таки помогла вам в этом плане с экспортом, продаж? Можно больше осуществлять? Тут можно сказать, что и помогла, потому что дефицит все-таки он определенно сформировался. Угу. Ну и где-то немножко подкосило. Почему? Стали более длинные цепочки поставок различных комплектующих, потому что так или иначе все равно мы что-то покупаем. Да. И вот за счет этого удлинились цепочки поставок, и были определенные сбои в работе конвейера. Есть определенные проблемы по сложной гидравлике, и есть определенные проблемы по интегральным микросхемам. Вот то, что уже не один раз звучало, то, что надо уже как бы браться за эту работу, потому что... Ну так надо браться, да. Сколько можно об этом работаем говорить? Работаем с интегралом, с россиянами, плотно очень. Но это надо делать, а то мы это железо сделаем, а умные узлы, гидравлика, там, электроника, мы делать покупаем на Западе. Надо и самим это делать. Вот Александр Григорьевич, это последний из мохикан, который у нас остался, КЗР-10. Ну ты его не выбрасывай никуда. Он работает у нас в Умельском районе, он рабочий. Mm-hmm. Когда стал вопрос уборки зерновых, ну что же делать, да? Монокомбайнов нет, и вот принято было такое решение, что молотильно-сепарирующее устройство навесить впереди, а очистку прицепить сзади к нашему серийному универсально-энергетическому средству. Ну, в принципе, вот это вот и послужило началу развития зерноуборочной тематики. Помнится. Четверть века прошло, слушай. Нетрадиционная схема была в мире. Никто не верил, что эта схема будет работать. Тогда было смелое решение ваше, но оправдало. Во-первых, школа создана за это. Ну, я исходил из того, что чем-то надо убирать, но не это главное. Главное, что мы начинаем делать свои зерноуборочные комбайны. И коль вы не могли тогда ничего лучшего быстро сделать, остановились на этом. И потом, ну мы же потом посмотрели, и потерь не было. Для меня это было самое главное, что комбайн идет, убирает.
зерно, и он в конце концов был не хуже даже вот этих. С Доном мы тогда. Да, мы уже не спорим. Дон, ладно, эти немецкие у нас, помнишь, ГДРовские комбайны, я-то на них работал в свое время, и я увидел, что он убирает не хуже. Поэтому было принято такое решение, но я понимал, что мы научимся это делать. Надо было начинать. Все можем сделать, Господи, особенно сейчас. Мир взаимозависимый. Сегодня не умеешь делать, завтра научишься. Где-то купил, чего-то там скопировал, улучшил. Главное, я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны. Ну и вот мечта сбылась. Ну, да. Надо уже да. Его выводить из оборота и ставить на постамент. Музей. Музей его. С этого все начиналось. А так посмотришь, красивый, не скажешь, что он древний. Ну, выпущено 3500 таких машин. Это монокомбайн, самый первый, с которого началось. Седьмой, да, КЗС-7, который первую партию мы выпустили в 2004 году, 40 машин. Ну и потом с этого началось уже как бы развитие всех монокомбайнов. Самая продаваемая модель КЗС-12-18. Более 20 тысяч, как я уже говорил, уже реализованы этой техники. Вот за счет второго барабана как бы мы улучшили сепарацию, потому что на этом комбайне 2,4. Барабаны метра. Расположены за наклонной вот, камерой. За наклонной камерой. Камер, разгоняющий барабан большого диаметра 600 мм. Потом. И молотильный. И отбойный битер, да. Но это то, что вы заместили. Да, то, что заместили, только малая часть редукторов, всего их 47 единиц редукторов, то, что изготавливается полностью у нас на предприятии. Покупаются только подшипники, манжеты, остальное от литья, от обработки литья, это все делается у нас. Валы шестерен, корпуса. И сами все разрабатываем. Считаем. Все делаете сами. Все да? Полностью. Да. Шестерни, все полностью. Вот это вот венгерские редуктора, которые мы устанавливаем на кукурузные приставки для уборки кукурузы на зерно. Сейчас полностью тоже изготовление сами. Ну, цепи, естественно, что покупаем, да. На кукурузной шатке это основной элемент, да? Основной элемент, да. Он принимает вот эти вальцы, которые протягивают стебель и отрывают початок. И початок уже дальше пошел на молот. Понятно, он убирает потом. Да. А початок пошел. А початок пошел уже в камеру. А внизу стоит нож. Он обрезает вот. Режет стебель. Добрый день, тебя как зовут? Максим. Максим, ты не боишься на нем работать? Нет. Нет? Ну, а вообще, твое впечатление, ты же сеял на разных сеялках, да? Да. Ну, вот эта машина. Хорошая машина, производительность большая. Гораздо, в среднем 70-100 гектар можно засеять за смену. Ну, а что вот настораживает тебя? В этом агрегате. Первоначально ширина захвата очень большая, потому что у нас поля со столбами. Ну, в общем, ты считаешь, машина это хорошая, да? Хорошая. И такая производительная техника нам нужна, да? Конечно. Но она надежная, не ломается ничего? Она, я с ней поработал, она вообще простая. Простая? Даже в настройке нормы высева мы с агрономом моментально перенастраиваемся. Здесь нету ничего... Электроники поменьше, все просто. Стоит монитор в кабине. Ты видишь, если забивает там... Сошник, он не дает сигнал. Спасибо, Максим. Два высевающих аппарата собственного производства у себя на предприятиях освоили. Гидроцилиндры белорусские. Ну, ряд комплектующих узлов, которые мы еще покупали на первый образец, на следующей партии уже будут тоже наши белорусские. Поэтому высокая степень локализации, практически независимо от импортных поставок. И вот такой вот продукт пойдет работать в наши поля. Соответствует всем мировым уровням. Это ну, суперсовременная сеялка, которая найдет свое применение на наших белорусских полях и с высоким экспортным потенциалом. И глубина заделки здесь? От 1 до 8 сантиметров регулируется. Сейчас 2,5 рапс высеваем. Работает от навигации, параллельное вождение,
через... И сейчас от навигации, да? Сейчас тоже он выйдет на линию и будет работать полностью в автоматическом режиме. Где трактора не оснащены системами навигации, мы дополнительно свою сиелку оснащаем такой системой. Скорость, да, 15-20 км в час.